Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор «Трендовая торговля. Взгляд в будущее». Если меня видно, слышно, все работает, то, пожалуйста, поставьте в плюсы в чат. Также в чат можете задавать свои вопросы, я на них отвечу. Итак, приступим. Жду пока от вас плюсиков в чат. Напомню, что есть определенные важные события на этой неделе. В данном случае в четверг в 14:45 решение ЕЦБ по процентной ставке. Ставку планируют оставить без изменения, но в 15:30 будет пресс-конференция, на ней могут быть различные заявления, которые достаточно серьезно в потенциале могут повлиять на рынки. В 16:00 выступление глава Банка Англии Марка Карни. Тоже что-то он, возможно, нам расскажет интересное на тему того, почему фунт так бешено себя ведет. Хотя нам, с точки зрения трендовой торговли, в принципе, все равно, почему он так себя ведет. Главное, чтобы мы взяли движение. Ну, сейчас я покажу трендовые модели. Мы поймем, что произошло, и вы сразу сориентируетесь. В том плане, что в трендовой торговле нам важнее факт, куда движется цена, нежели некие причины, которые могут повлиять как положительно, так и отрицательно. Вы знаете, что любая пресс-конференция, там могут половину пресс-конференции говорить о том, что все будет хорошо, вторую половину конференции о том, что все будет плохо, и рынок лихорадит. Вот именно поэтому, еще раз повторюсь, все вот эти важные события – это повод подтянуть стопы, перенести их в прибыльную область, ну, то есть управлять позицией, как вот мы с вами говорим, очень грамотно нужно действовать с точки зрения, чтобы прибыльные позиции не стали убыточными. И также в пятницу в 15:30 НФП, Non-Farm Payrolls, классические, тоже важные события, могут быть достаточно серьезные движения, ну, и безработица. Все в 15:30 выходит, то есть, возможно, непредсказуемая динамика в этом плане, то есть будьте аккуратны, управляйте позицией. Итак, что произошло с теми валютными парами, которые мы отслеживаем? Ну, для начала наша первая торговая модель, потом вторая. Значит, в первой торговой модели мы отслеживаем недельный и дневной тренд, 120 часов на часовом и 24 часа на часовом. Получаем, что тренд сейчас в моменте пока нисходящий, но вот мы видим, что евро-доллар имеет тенденцию сейчас зайти в боковик, то есть вот восходящий тренд мог начать формироваться, да, вот здесь потенциальчик был, но потом все вернулось на круги своя, ушло вниз, сейчас вот видите, снова подрастает. То есть рынок начинает так уже лихорадить в преддверии событий, то есть вот мы ушли ниже, формируем нисходящий тренд, сейчас вот раз вроде опять наверх полезли, то есть у нас есть минимум, для коррекции его недостаточно, напомню, что первая модель консервативная ожидает коррекцию, есть один минимум, нужно второй минимум дождаться, который эту коррекцию обозначит. Вот здесь мы рады бы такую коррекцию нарисовать, но вот это у нас минимум по данной модели не является, но в силу того, что индикатор MACD не подтвержден. Хотя какой-то трейдер, естественно, может потенциально это посчитать как коррекция, и тогда будет ждать пробития вниз. Я пока вот не буду эту линию брать. Ну, вернее, как я ее оставлю, но скажу о том, что в следующем обзоре мы скажем о том, что это такая предварительная линия, которая только по одному максимуму построилась. То есть вот этот я не буду специально желтым делать. А мы будем понимать, что это линия предварительная с точки зрения, посмотрим, как цена поведет себя у этой линии, то есть поисследуем. Поэтому в первой модели евро-доллар мы занимаем выжидательную позицию. Вторая модель евро-доллар. Мы находимся в нисходящем тренде в моменте. То есть у нас вот здесь было пробитие нижней границы канала. И это означает, что начинается нисходящий тренд в рамках данной торговой модели. Стоп-лоссы все вот здесь, на верхней границе канала. Сейчас мы видим, что идет откат. То есть, в принципе, пока
вот эта сделка убыточная. Причем мы знаем, что средняя у нас — это повод добавиться. Добавляться, как вот вчера вы помните, тоже обсудили, очень грамотное было замечание, дополнение к тому, что добавляться можно со стороны слушателей, я имею в виду, я сейчас не помню, к сожалению, кто именно добавил, да, такую вот интересную мысль, которая с точки зрения риск-менеджмента актуальна, то есть в том плане, что мы можем добавляться, когда у нас цена возвращается к средней, и таким образом у нас происходит усреднение на убыток, то есть одна позиция стала убыточной, мы добавляемся. Ну, это такой, скажем, такой жесткий вход, не каждому психологически это подходит, потому что усреднение на убыток – это самая такая… самая жесткая жесть, которая только может быть. Поэтому если мы усредняемся, добавляемся к убыточной позиции, то только вот один раз, и, естественно, со стопами сверху, которые будут подтягиваться вот этим уровнем. И мысль была такая, что можно добавляться не когда это у нас отрицательная сделка, а когда уже положительная. То есть когда имеется в виду, вот первая сделка пошла в плюс, развивается тренд, цена возвращается к средней, и мы доходим. Тогда мы уже не усредняемся на убыток. Ну, естественно, в данном случае цена уже будет тогда выше, и не факт, что цена вообще вернется к средней. Но вот тоже такую мысль, как говорится, учитывайте. Возможно, с точки зрения управления позицией вы найдете для себя ее применение, поскольку данная модель у нас краткосрочная, возможно, у вас среднесрочные какие-то модели, и это вполне впишется. Ну, вот пока видим, евро-доллар растет, в общем-то, движется наверх, его лихорадят, но имеется в виду вверх-вниз, эти тренды меняются, но, как говорится, выжидаем, модель есть модель. Далее. Фунт. Фунт у нас вчера и сегодня — это герой дня. Смотрите, что происходит. Вот фунт пробил нижнюю, ну, вернее, пробил среднюю. Тренд у нас нисходящий. Обратите внимание, вот здесь он заходил наверх и потом колом обвалился вниз, вот тут оттолкнулся от средней. То есть, в принципе, вот с этого момента у нас тренд нисходящий, цены ушли ниже средней, и обратите внимание на внутреннюю структуру движений. Фунт сейчас дал нам уникальную ситуацию и достаточно хорошую прибыль. Вот он пробивает нижнюю границу, ну, нижнюю, я имею в виду среднюю, я уже как это по каналу, по второй модели, да, то есть пробивает среднюю, и у нас вот здесь появляется минимум, видите? К сожалению, опять-таки, это единственный минимум, который был подтвержден индикатором MACD, поэтому здесь тоже, как и по евро-доллару, вот эту линию отметим, то есть тут оставим некий субъективный взгляд трейдера. То есть тот трейдер, который вот это как коррекцию себе отметил, тот зашел на пробой вот здесь. Почему я не говорю, что все отметили? Потому что в нашей торговой модели должен быть второй минимум, подтвержденный индикатором MACD, но здесь его не было. То есть только первый минимум. Как мы видим, фунт настолько резко пошел вниз, что, в общем-то, не сформировал тот минимум, который нам нужен по данной модели. Но в любом случае движение это отметим. Вот здесь у нас присутствует горизонтальный уровень. Вот так его сейчас отмечу. Сейчас вот на нем фунт немного задержался. Мы видим, что вот такая картина в принципе развивается на рынке. То есть коррекция у нас не наклонная, а боковая. Как вы помните, такие коррекции в меньшей степени, ну, мне интересны в данной модели, но тоже имеет место быть. То есть пробой нижней границы – это потенциальный вход. Но здесь по фунту радует даже больше вот не первая модель, а вторая. То есть в первой модели мы теперь выжидаем ситуацию, плюс коррекция у нас такая со знаком вопроса. Какой-то трейдер ее отметил, какой-то не отметил. То есть нам же нужны четкие модели, четкие сигналы. И в этом плане вторая модель, агрессивная, нас как раз спасает. Вот здесь хочу поподробнее остановиться, поскольку данная картина очень показательна и очень интересна с точки зрения развития тренда и того, в принципе, как
мы работаем с точки зрения психологии. Так. Угу. Значит, что у нас получается? Смотрите, вот тут фунт находился в восходящем тренде. Помните, мы еще сказали, что вот ночью он пошел наверх. Вот здесь был восходящий тренд. Вот здесь даже было добавление, а вот тут произошел стоп. То есть фунт такую волатильность дикую показал. Ну, скажем так, для фунта может быть не особо дикую, но в принципе достаточно серьезную. То есть вот тут тренд начался восходящий по второй модели. Вот здесь добавление. Вот здесь, так, сейчас, вот здесь добавление. Вот здесь стоп-лосс, но здесь же начинается и сразу вход на нисходящий тренд. То есть фунт из восходящего молниеносно переходит в нисходящий тренд. И смотрите, доходит до средней. То есть здесь опять получается сигнал на добавление. Вот здесь он реализуется. Ну, в этой области цен, по крайней мере. То есть насколько волатильно фунт повел себя. Вход, пожалуйста, движение на 800 пунктов в пятизначке. Возврат. То есть если здесь прибыль трейдер не зафиксировал где-то, ну а он вряд ли зафиксировал, потому что это 7 часов утра, там 6-5 часов утра. Вряд ли трейдер, европейский трейдер спит в этот момент. И вот здесь добавляется и стоп-лосс. Обидно, но что делать? Вот обратите внимание на психологию. Вот человек поймал два стоп-лосса достаточно больших. И вот если здесь соблазниться на то, чтобы не заходить, там, пропустить сигнал, или там, знаете, как бывает часто, ну ладно, подожду, посмотрю. Вот тут первый сигнал, второй сигнал добавления, тоже опять-таки вот психологически, если трейдер эти сделки не делал, то он вот это движение пропустил. А это ни много ни мало уже почти две фигуры, просто за день. Фактически вот эта сделка, она спасает вот все то, что здесь было. Вот тут словили там 500 пунктов, 500, там 1000 пунктов в пятизначке, допустим, словили. Да, это не вся набранная позиция, то есть это у нас фактически только две порции из пяти, как мы говорили. Ну, не факт, что трейдер 5 набирает. Все равно две вот этих позиции – это приличный убыток и психологически некомфортно. Тут же две позиции, и вот одна из них сейчас в моменте уже там дает трейдеру 1600, и другая 1100. То есть мало того, что покрыли убытки по самому же фунту, которые здесь возникли, да еще и прибыль. Если еще там трейдер набирает дополнительную позицию, третью, имеется в виду здесь на новом пробое, так у него вообще уже три входа, понимаете? То есть вот как раз резкое трендовое движение, вот типичная ситуация для трендовой торговли, когда мы из восходящего тренда ушли в нисходящий, и если трейдер пропустил сигналы, все, он вне рынка, он не заработал, даже убытки не окупил. Очень важный психологический момент. Причем здесь вот, помните, мало того, что мы вышли в тренд, и еще вышли из широкой волатильности. То есть я вчера говорил, что, конечно, хорошо, когда тренд из узкой волатильности выходит. Но вот здесь обратите внимание, обманка какая, обманное движение. Вот из узкой волатильности ушел наверх, потом стоп и потом вниз. И все. И получается, что вот отсюда, ну то есть прям фактически от максимумов обвалился, да, вот, ну, имею в виду от максимумов, вот, у средней вот этой вот, которая у нас является добавлением. Вот типичная трендовая сделка, когда трейдер фактически должен неукоснительно следовать своей торговой стратегии и реализовывать то, что по плану он должен реализовывать. Понимаете? Получается, что вот хочешь не хочешь, а приходится это делать. Но в данном случае действительно очень хорошая сделка, которая сейчас приносит интересную прибыль. Ну и, конечно, по ней стоп-лоссы уже пододвинуты. То есть уже вот здесь, сейчас пройдет определенное количество времени, через 1, 2, 3, 4, 5, там 6-8 часов стоп-лоссы будут уже ниже, ниже, ниже. Вот здесь они в какой-то момент, если фунт выше не пойдет, уже сюда подойдут и полностью защитят прибыль, которая была получена. Далее. Иена. Из восходящего тренда перешла в нисходящий. Просто, видите, обновила минимум, имеется в виду, это первый минимум на потенциально нисходящем тренде, поэтому приходится выжидать ситуацию. Сверху нету наклонных коррекций, то есть по иене ждем по первой модели.
По второй модели доллар-иена интересно, так же как и фунт, показывает очень волатильные движения и смену тренда. Из восходящего тренда тренд переходит в нисходящий. Помните, у нас вот здесь начался восходящий тренд, из узкой волатильности очень хорошо пошли. Вот здесь нас все-таки остопило. Ну как остопило, мы стоп-лосс двигали, пододвинули вот сюда, в этой области он уже не стоп-лосс, а тейк-профит. Вот у нас 800 пунктов прибыли практически, там чуть меньше, ну в зависимости от того, где зашли, вот примерно, да. Стопимся, то есть вот эту верхушку отдаем рынку, но в трендовой торговле это нормально, всех прибыли не заработаешь, верхушку тренда приходится отдавать, зато если бы цена пошла наверх, мы бы по нижней границе бы тащили бы стоп-лосс и зарабатывали еще больше по тренду. Но меняется тренд, уходит цена вниз, и смотрите, что происходит. Пробивается нижняя граница, и снова цена отваливается вниз на фигуру, даже он 1200 почти. Просто вот это идеальные картины, когда из восходящего тренда мы сразу переходим в нисходящий. Помните, мы говорили с вами об этом? Что нету фазы боковика, нету потери денег на боковике после тренда. Вот восходящее движение, вот сразу же нисходящее. Вот здесь первая часть позиции, но тут, правда, видите, до средней не доходило, даже добавиться негде было. Здесь только если добавление вот по, ну, по пробою нижней границы. То есть, когда уже рынок ушел, отстоялся несколько свечек, тут зависит от управления позицией, от вашей психологии, то есть сколько вы готовы, там, 2, 3, 4, 5 часов, то есть считать для того, чтобы потом выставлять дополнительный вход. А дополнительный вход выставлять нужно, потому что по тренду мы собираем позицию в любом случае с течением времени. Мы полным объемом вот здесь не заходим. Хотя, может быть, кто-то так и делает, но я вот специально беру несколько входов, чтобы вы могли это отслеживать, на этом учиться. И вот сейчас уже фактически происходит движение вот вниз на фигуру, и трейдеры, естественно, там, сейчас находятся в муках прибыли, думают, закрывать, не закрывать, там по фунту, по иене хорошие движения. Поэтому иена сейчас себя прекрасно повела. Сейчас, когда еще стоп-лосс вот перетащим еще ниже по каналу, в общем-то, уже защитим прибыль. Так, с иеной понятно. Канадец. Видите, гуляет у средней, перешел в фазу восходящего тренда. Вот здесь появляется у нас один максимум, второй максимум. То есть, если мы прямо сейчас пришли на рынок, то у нас есть вот этот максимум. Вот этот максимум пока еще не подтвержден индикатором MACD, нужно, чтобы было падение. Но когда он будет подтвержден, мы вот здесь сможем провести коррекцию. Пока не буду этого делать, просто вот так отмечу, и вот этот максимум позже отследим его. То есть сейчас пока нужно выжидать. Если там раньше человек пришел на рынок, то вот здесь, видите, тоже индикатор MACD подтверждает максимум. Возможно, трейдер вот такую коррекцию нарисовал. Возможно. Тогда возникает ситуация на пробой, то есть это вот уже вот эти вот движения, то есть вот это движение в потенциале может быть. Да, трейдер уже даже в этой позиции находится. То есть первая модель вот здесь дает сигнал, ну скажем так, в ретроспективе, но я специально показываю, потому что вы могли отслеживать это раньше. То есть в моменте, если мы сейчас пришли на рынок, коррекция, ждем ее формирования. Если пришли раньше на рынок, то возможно, что вот такую коррекцию для себя отмечали. Как мы говорили, коррекция бывает разная, кто-то коррекцию рисует в середине, тогда может быть вот, вот нечто подобное вы отслеживали. Но я говорю, что не очень люблю такие вещи, когда вот мы коррекцию в середине рисуем. Но тоже здесь был определенный канал. Основная суть консервативной нашей торговой модели – это коррекция на тренде. Как вы ее считаете, это уже ваша, так сказать, свобода выбора. Мы вот считаем по понижающимся максимумам, которые подтверждаются индикатором MACD. Вот здесь есть подтверждение, вот здесь есть. Поэтому для нас вот такая вот коррекция закономерна. Для кого-то может быть вот такая. Поэтому вот так пока оставим. К текущему моменту, вот если подтвердится этот максимум, посмотрим, как ситуация будет развиваться. Если раньше трейдер заходил вот здесь, но имеется в виду, то есть коррекцию из середины рисовал, или раньше пришел на рынок, то уже получается, что вот здесь вход вот здесь ниже стоп-лосс, порядка эти 140 пунктов в пятизначке, и уже там
290 уже была прибыль, то есть потенциал прибыли был в два раза больше, чем риск, уже стоп-лосс без убытки, ну, не знаем, сейчас заденет, не заденет, посмотрим. То есть первая модель у нас, видите, такая достаточно консервативная. Вторая модель, канадец. Вот здесь, помните, у нас начался восходящий тренд. Канадец, в принципе, ведет себя очень интересно с точки зрения того, что буквально вот не доходит до стоп-лоссов в несколько пунктов и все равно уходит в нашу сторону. Вот я напомню вот эту ситуацию, смотрите. Помните, предыдущий тренд у нас был вот. Вот здесь мы набирали позицию, раз, два, три, четыре. И вот здесь, обратите внимание, вот почти, да, вот здесь у нас есть вот эта свечка. Стоп-лосс в этот момент был вот тут. То есть вот это был бар, который формировался, свечка формируется. Стоп-лосс вот здесь. И буквально, видите, чуть-чуть не дошло вот на этой свечке до нашего стоп-лосса. Потом у нас формировалось, мы стоп-лосс уже перетащили повыше. И на следующий, на зеленый, тоже вот он, хвостика даже не было на свечке, он сразу пошел наверх. То есть, ну, буквально не остопил нас чуть-чуть, там, несколько пунктов. И уходит выше. И дальше, что интересно, такой серьезный восходящий тренд после этого нарисовался. Видите, то есть не выбил и вот четко наверх. И вот он продолжался вот здесь и закончился только вот здесь. И обратите внимание на текущее поведение канадца. Вот здесь был нисходящий тренд, вот здесь восходящий. Если вот здесь трейдер совершил сделку, вход, ну и, например, добавился вот здесь, то вот тут у нас канал 30-16, а минимум вот по этой свечке был, смотрите, он где лоу, 30-16-4, то есть буквально 4 пункта не дошло до стоп-лосса и ушло наверх. Причем ушло наверх достаточно нехило, почти фигура. Сейчас, правда, снова вниз пришла цена, но в любом случае, вот интересно, видите, как стоп-лосс не задел. Буквально 4 пункта и снова уходит наверх. Такое тоже бывает, это нормально, если... Ну, фактически такое случилось, это, можно сказать, повезло. То есть 4 пункта, это буквально там совсем чуть-чуть. Но зато не остопились, не получили лишнего стоп-лосса. Пока вот канадец дает тоже некую положительную сделку. Вот он давал тоже прибыль более-менее интересную. Но если трейдер ее не закрыл, закрыл он ее тоже вряд ли. Здесь у нас 11-10 часов вечера. Уже там вряд ли у монитора. Ну, если так только поглядывайте, да. Потом уже ночь, вот и сейчас вот только вот наверх, ну и все, в ожидании. То есть сейчас стоп-лосс двигается по минимуму. Австралиец. Австралиец уходит в восходящий тренд, достаточно интересный. Сейчас в моменте у нас есть новый максимум, то есть будем выжидать коррекцию. По прошлой динамике, ну, если отметить, вот как развивались события. Вот он пробил. Смотрим динамику максимумов. Когда вот движения формировались, где были максимумы? Вот здесь был максимум, вот здесь был максимум. То есть вот это тоже вписывалось в первую модель. То есть сейчас уже этого сигнала, естественно, нету. Но чтобы вы, так сказать, имели опыт, и мало ли, может быть, вы отслеживаете, да, данную валюту днем, имеется в виду, когда у нас нет аналитического обзора, то вот тоже видите, что произошло. Вот у нас вот такая коррекция сформировалась. Но единственное, вот бывает тоже и так, что пробой осуществляется таким образом, что мы с вами, мы же ждем закрытия. Закрытие уже вот здесь. То есть данный вход на пробой данной коррекции уже не актуален. Ну, почему? Ну, потому что, представьте, вряд ли вы зашли раньше, не нужно тешить себя иллюзиями, не нужно вешать лапшу себе на уши и одевать розовые очки. То есть если вы видите такое хорошее движение, это не значит, что вы его возьмете. Почему? Потому что пробоя не было. То есть никогда не объясняйте себе, что, может быть, вы здесь зашли бы, потому что не зашли. Почему? Потому что не было пробоя. Пробой был вот здесь, а это мы уже, извините, улетели на пол фигуры. Поэтому вот видите, сделку проходим мимо. Данную сделку проходим мимо, ждем коррекцию. Тоже вот видите, такой интересный моментик, который не встретите, если не будете исследовать рынок. Далее, первая модель по австралийцу. Вот здесь у нас осуществился пробой. И мы еще сказали, что
учитывая динамику, есть вероятность закрытия прибыльной сделки. Почему? Потому что по фунту был стоп-лосс, помните? И если трейдер закрылся, ну, как говорится, закрылся, ничего страшного. Если не закрылся, то мы видим, что сейчас уже еще рынок пошел выше, и первая модель вот фигуру собирает, сейчас идет откат, ну, вот там порядка 750. То есть, опять-таки, у нас восходящий тренд. Вот здесь как раз реализуется та идея, о которой вот вчера мы в комментариях упомянули, слушатель упомянул, что вот как вариант возможно добавление для тех трейдеров, которым некомфортно добавляться, когда второй вход ниже первого. Вот у нас первый вход вот здесь, а второй вход, видите, у нас получается выше, чем первый. То есть вот здесь добавляться уже психологически более комфортно. Почему? Потому что первая позиция прибыльная, вот здесь добавляемся, и у нас нет убытка. Достаточно интересный вариант. Ну и как вариант вот здесь тоже может быть третье добавление. То есть теоретически и практически трейдер может уже иметь три добавления. Ну, три входа. Либо вот так ситуация могла развиваться. То есть что? Раз, вот здесь добавление, потому что уже откат, вот несколько свечек, опять-таки зависит от того, что вы считаете откатом, прежде чем поставите новый сигнал. Тогда вот так, раз, два, три. Ну, вот здесь даже может быть и четвертый вход потенциально. Ну, пока вот три отметим. То есть тут уже управление позициями, да, на каком расстоянии. Важно, чтобы эти входы не были на одном уровне, а важно, чтобы они были распределены. Желательно, естественно, один выше другого, но в плане того, чтобы было добавление по тренду именно. То есть, не, естественно, не так, что вот один здесь, другой еще ниже, там, потом, ну, по сути, здесь так и не будет, да, здесь вот одно добавление только на среднее возможно. Ну, я про то, что усреднение на убыток, не стоит этим злоупотреблять, такая штука тоже специфическая. Здесь, поскольку есть стоп-лосс, который постоянно подтягивается, то один раз можно, но постоянно не стоит. Так. Ну, в принципе, вот и все. Что еще можно сказать? Ну, можно, наверное, небольшой пока промежуточный итог подвести трендовых движений, что у нас, значит, ну, как вы помните, мы же ведем с вами, ну, я веду, да, вот статистику по этим моделям. А у нас есть определенный результат, то есть что у нас сейчас происходит. Сейчас вот трендовые движения очень интересные, то есть фактически, что у нас сегодня, видите, 1 июня, то есть что по результатам непосредственно вот уже двух моделей. То есть сейчас как раз у нас вот пошли тренды, то есть к концу получается мая пошли интересные движения, то есть вот у нас пока equity находится на уровне 196 тысяч. Ну, кто, может быть, ну, историю не все отслеживал, да, значит, ситуация у нас такая, что мы начинали с баланса 100 тысяч, у нас был хороший месяц март, то есть в марте мы получили прибыль 43 тысячи. Потом апрель у нас был слабенький. В апреле мы заработали там что-то порядка 7 тысяч. То есть очень слабенький был этот месяц. Там боковики у нас были, ну, если кто помнит, да. Март, апрель. И вот сейчас май достаточно интересный. То есть, ну, пока у нас вот в балансе 159 тысяч. То есть это зафиксированные сделки. Но в моменте еще у нас есть открытые позиции, то есть по ним вот у нас плавающая прибыль 36 тысяч. Ну, сейчас уже, может, другая цифра, там, может, меньше, не знаю, может, больше. Почему? Потому что рынок движется, это же у нас некий срез. Ну, в общем, equity у нас пока вот 196. На equity особо ориентироваться не надо. Почему? Потому что это не зафиксированная прибыль. Если сейчас ее зафиксировать, то мы, соответственно, получим эту сумму, но поскольку трендовая торговля, то, как говорится, будем там уже управлять позициями. То есть пока получается у нас вот 3 месяца, мы со 100 тысяч ушли на 160 в балансе и на 196 в эквити. Ну, в общем, такой результат, скажем, в
принципе, нормальный, но дальше будем отслеживать, смотреть, что из этого получается. Пока вот две модельки используем, будем потом добавлять еще модельки. Ну и, как говорится, следить за тем, что происходит на рынке. Так, ну что ж, по статистике еще чуть позже тогда отдельно день для этого выделим. Покажу полную статистику, то есть сейчас у нас тут такие цифры основные. Ну, под полный, я имею в виду, помните, мы с вами смотрели там количество прибыльных убыточных сделок, все вот эти вещи. Пока вот некая промежуточная, так скажем, ситуация. Так, ну что ж, коллеги, вот, в общем-то, и все. Если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то будем с вами заканчивать. Так, ну что ж, вопросов пока нету, значит, будем продолжать отслеживать рынки в нашем режиме. Завтра в 10:30 также встречаемся. Как мы видим, сейчас интересные трендовые движения развиваются, поэтому отслеживайте их, будьте аккуратны. Сейчас как раз, в принципе, можно сказать, то трендовое время, когда трендовый трейдер получает прибыль. То есть май тоже, в принципе, был достаточно... Ну, непростой месяц. В начале тоже там трендов не особо много было. Вот ближе к концу мая уже пошли тренды. Уже пошли иена, в тренд пошла и фунт, и по канадцу, помните, у нас были интересные сделки. То есть, в общем-то, скажем так, тренды сейчас идут. И трендовый трейдер на тренде, как мы знаем, должен заработать больше, чем потеряет на боковике. Что ж, коллеги, тогда на сегодня заканчиваем. Встретимся завтра в 10:30. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.